Когда Иисус приблизился к Иерусалиму, то, увидев его, заплакал о нем. Иерусалим, если ты хотя бы в этот день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих, ибо придут дни, когда враги обложат тебя окопами и стеснят отовсюду, и окружат и разорят тебя, побьют детей твоих и не оставят камня на камне, ибо ты не узнал времени посещения твоего.